Народ, всем здорово. Начинаем стрим по Gravity Rush. Давненько мы с вами не играли. Я вам даже честно забыл, о чем мы тормознулись. Автосохранение 0.20. Что-то вроде как мы с вами прошли ад. Точно. И мы вернулись, поселили часть города, и нам нужно популировать город. Теперь наш квест, типа, все цивильно, все серьезно, да? Куда, чего? Полетели. Бум. Забыла микрофон. Так, сейчас, секунду. Сейчас мы... немножко разрешение улучшим. Я просто в последнее время отвык. Уже неделю, наверное, в линзы гонял, а теперь так чисто. О, нихуя себе. Фу, диди. О, нас признали полицейские наконец-то. Прикиньте. Частый какого пола, непонятно. Я все забываю, что... Ладно, сейчас разберемся. Просто игра отвлекается на все кнопочки, на сенсор. Опа. Опа-на. Как это мы так? Блять. Вот немножко знаете, что мне не нравится, то что... Сюда ставим. Сюда. Мне не совсем заходит тема с плоскостями. Слушайте, я рекомендую сейчас вам прокачаться. Думаю. Опа. Бум. Погнали, вот здесь кристаллы собираем на прокачку, потому что... Сейчас объясню. Что-то тут все игра, кажется, жестче и жестче становится. Да блин, возьми ты. Все, отлично. Так, прокачка. Почему я на карте квесты нифига не отмечен? Вот в чем вопрос. Ладно, так. Я думаю, надо шкалу качать по-любому. Шкала это такая вещь самая вообще по сути. Вот максималка, да, нет, основная, потому что без нее вообще. Я бы хп вкачал, блин, боевые умения. Боевые умения очень дорого, лучше хп, потому что хп у нас тоже нормально спадает. Скорость полета, кстати, тоже можно. Очки есть, откачаемся. Все, что можно, мы потратили. И теперь проверяем, как наши способности работают. Воу-воу-воу. Бум. Бабушка велела защищать священный камень. Чувак, ты еще иди об этом маме расскажи. Он же. Какое название? Он же. Так, че, куда? До конца не соображу, куда он идет. Управление, конечно, у игры крайне необычно. О, это что такое, блядь.
мусора, перерабатывающего завода. Совсем мало. Вот про это говорю, что напрягает момент, когда ты что-то кривонешь. Че? Это не понял. Оно? И че? Повалим? Или типа нет? Твою мать. Так, я что-то не понимаю прикола. Как мне взять? Так, ребят, я что-то не выкрываю. Почему я не могу взять бомбу? Не, типа, можете если не хватает стазиса или чё? Чё за приколюха-то, блядь? Блядь, вы ещё сама знаете, чё дерьмо, время тикает, ёб твою мать. И она решила гравита... Ой! Вот по такие моменты, ребята, как всё идёт срочно на секунду, блядь. На ровном месте начинается какой-то ебатьми. Вот я вижу бомбы. Чё, блядь, за проблема-то? Ну и чё? Не, а чё за прикол-то? Всё, взрыв бомбы нет. Да, блядь. Я не понял, нахуй. Игра, конечно, окончена, блядь. Как с такой хуйней не окончить? А чё за прикол-то? Так я нашёл его, блядь. А, нам типа все это говно за... Да вы чё, блядь, прикалываете? Так хули ты... Так вот, блядь, она. Куда же он заложил бомбу? Серьезно, блядь? Кэт, ты прикалываешься? Я... Это самый бредовый квест, который я видел, блядь. Где где-то надо? Где, блядь? Вот, только бомба лежит. Серьезно, не видишь на спине? О! Блин, я думал, что куда-нибудь выкинули бы ее, какое-нибудь параллельное измерение, взорвали бы все нахер, нет, типа? Блин, это самый мутный квест, который я вообще в жизни проходил. Сейчас, ребят, секунду буквально. Подожди ты со своим бип-бип.
это закрыть. Сейчас открыть. Так, что-то подожди, для меня. Это открыть. Вот это открыть. Все. Все отлично. И мышку убрать. Погнали. Блять, у них все реально через жопу происходит. Я вообще не удупляю, чё так? Воу-воу-воу-воу-воу. Воу. И вы мерзкие. Есть контакт. Опа. Так, отразите вверх. Вверх и треугольник. Блять, мне что-то не то нажал. Ну, ладно, неплохо получилось. А что такое? Камень какой-то. Ёп. Так, ребят, перекус. Эть? Нет. Ёпте, просто мне нужно отдышаться, мне нужно восстановить энергию. Полетели. Так, где? Петушки, а? Это крепкий парень-то оказался, а? Серьёзно? Ещё один? А, или тебя не добил? Что, у вас тут просто ребята много? Подожди, чего так много-то? Блин. Вроде мы все победили. Нави блокируй наши, блин. Че, куда? На башне типа здесь что ли? Да ёб твою мать! Серьезно, ты чувак, ты чё? Чё? Один есть. Наших похитили. Да, парите нас еще, блядь. Где мне остальные-то, блядь? Ой. А я даже не соображу, где мне остальные-то стоять, серьезно. У меня ни квеста, ни хуя. Кто-то может что-то мне, блядь, посоветует? Голову сломать? О, что куснуло, блядь. Да, гравитацию возвращаем в горизонталь, чтобы я понимал, блядь, вернись. Чё, где полицейские, блядь? Эти снизу-то просто хуи пинают, отличная, блядь, отличная тактика. Мы полетели дальше, не знаю. Опа. Нет? Меня кто-то... О! Да хули ты не цепляешься, мразь, блядь, а? Да нет, как бы. Сейчас, чувак, будет немножко больно. Не, не будет, тебе повезло. Так. Там остался кто-то пальцем, покажи там, блядь. Где там-то, нахуй? Полетели наверх. Так, я вытащил с левой башни. Правая, блядь, не.
Нихуя. У, ребят, пистолет. В первую очередь пистолет, потом помощь. Ладно, ладно, все, все, все. Так, где я могу искать его, мне интересно. Вот, вот это место похоже на... Нет? Они же на таких платформах стояли, блять, в смысле? Ну, кристалл тут прям этот... Завались, как говорится. Блин, где я третьего чувака найти? Кто мне скажет? Я, честно, не соображу. Может быть... О, вон там 100%. Только что он там делает? Блять, как тут здесь? Чувак, я, конечно, не эксперт, но как это показался? Серьезно, блядь. Ебанько. Я сюда, блядь, не додумался подняться. Полетели. В ускоренном темпе. Блядь. Знаете, что, ребята, больше всего ненавижу? Столбы, нахуй, в этой игре. Вот они вообще мне главные враги. А, это эти монстры закинули наверх. Блин, видишь, настоящий укан. Ну погнали, блин. Это просто напряжно, не получается. Оп. Перекур сделать. Ну, хотя мы только стрим начали, да? Блять! Я сейчас скипнул ролик, ребят, сейчас секунду, я вернусь через 2 минуты буквально. Мне вообще больше ничего не дал. Так, че, я вернулся? Я, ребят, знаете, что думал? На мониторе, кто смотрит, блядь, на мониторе, короче, я думал, что я на мониторе. Вот. Я поэтому скажу, блядь. Ой, не-не-не, надо так, не так показывать. Сука, надо так поделать. Так, в обратную сторону. Вниз. И вот сюда, вот точка, блядь. Я думал, что у меня на втором мониторе, который я поставил, битый пиксель, потому что я сейчас вижу себя. Ну, у меня второй дисплей для чата всякой хуйни. Походу битый пиксель на... А кем что ли попал? Ну, на новой камере. Ну, это как новая камера. Недавно я купил. Что-то, блядь, я потратил у меня, блядь, 700 рублей, она оказалась какая-то хуйня, но меня, по крайней мере, видно. В этот раз я пью не квас. У меня, ребят, не поверите, если газонокосилка уебал себе ногу. Вчера у меня разбилось 10 яиц.
С0 нахуй. С0, блядь, яйца разбились на пол, блядь, выпали из холодильника, все 10 ёбнулись. Это был бассейн из яиц. Я решил, нахуй. Нахуй всем тренировку, мне так всем поработал жесть. Нахуй. Все, блядь. Попью пивка холодного, хуже жарко. И поиграю. Че, погнали. Странный мужик какой-то, если честно. Сейчас че, битва с боссом будет? Оу! Блять. Подавился дымом. Автосейв, а че, как я поймаю это? Тактика. Так вот, я сверху полю его. Оп. Да не пешочки надо бежать, я чуть не понял. Ох ты, блядь. Бля. Сейчас у меня получилось камни вызвать, да? Отлично. Что за квест он? Поймать он же или дальше всех ебошит, я не понимаю. А чё? За них как вообще дают какие-нибудь? КП-док я проебал. Я тебе. Блять. Хилка. О, кристалл. Кристальчики. Битва с боссом у нас кристальчики. Оп-о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 п. Блять. Блин, я не понимаю, как с такими. Вроде как с вертуханом можно. Да хорош тут камбуки выписывать. Давай пизделей его просто. А, не, пока есть. Я так-то не мелкий, не низкий. Бля, за чуваков нас или пиздится, непонятно. А ты чё? А-а-а. Блин, мне кажется, можно бесконечно ловить этих чмошников. Погнали, слушай, за чувачком. Бум. Так вот непонятно, не обязательно нужно размахивать, я вот, ребят, не цепляю. Блять. Так, у нас появилась спецульта. Хоба! Погнали, блядь. Ты попадаешь в кого-нибудь? Вот это попал, надеюсь, да? Сейчас кибаем немножко. Ага, погнали. Он же. А нет, это Неви, точно. Ой! Смотрите, тут чувак анальные шарики, блин. Серьезно? Смотрите, он прям из жопы сбежал. Не знаю, что еще добавить по этому поводу. Чувак, это у кого такая жопа тут залезли.
Да, хилка. А я ж там уже был. Бум, финалочка. Как смешно, как смешно. Ну все, сейчас будет мясо. Он же. Победите, он же. На, ёпта. Я думал, все на помойку нашел, что ли? Или сразу броню на кулачок отобьем. Блин, нам бы этот. Я килку случайно посрал, ладно. Бум. Нам бы, знаешь... О, все у нас. Ой. Опа. Блять, нет. Я только что охуенно просрал инфузию, ребята. Это просто позор. Это позорище. Еще опизделился вот этот. Блять. Лучше бы я камни юзанул, может с ней бы хотя бы какой-то этот выхлоп был бы, блин. Куда он делся? Ясно, понятно. Попало по нему, хоть попасть нашу, нашу, нашу. Хватит, куда тебе тебя бить-то? Понял? Не вижу. Не вижу. Оу. А что случилось? Блять, ну можно было. Ай, так надавать, да, короче? Черт. Вот я лошара. Оу. Ну-ка. Вот неплохо получилось. Ну вот раз хотя бы не простал вот тут. Подожди, подожди, я бегу босса на секунду. Сейчас наваляю там гандону. Ай, никуда не попал, никуда не попал. Ты уебок. Блядь, мимо кассы. Где? Куда он? Ты пидор, блядь. Да что такое? Есть контакт. Есть контакт. Еще одна рука. Где у тебя еще одна клешня? А ты чмошник. Куда ты полетел-то? Ну и чего? О, еще и сломать можно. Блять, куда он опять? Это все под тебя город построили, чмошник. Опа. Блин, вот... Бои тяжелые, Dark Souls в этом плане легче, ребят. Так. Блять, серьезно? Ой. Охуе, просто охуенно, блять. Заебись, блять. Он еще и хп регенит. Ебать колотит, короче. Это шикарно получилось. То есть я мог сейчас его, в принципе, завалить, можно сказать. Не, игра меня немножко выбешивает, если честно, вот с этим управлением, блять, вот с этой, блять. Возможно, на какой-нибудь Вите, типа, это было бы зайти. Но мне тяжело это понять, потому что Вита продал, не поиграл в Gravity Rush, блять. Ну вот сейчас вот чего, блядь, никак это нахуй шевелить. Сука, чмошник. Ну чего, куда ты падаешь? Допустим. Так, вроде мы его наконец-то за... Или, бля, не тычка осталась. Тычечка. Куда он делся-то? Оу. На, похоже, что быстрее лететь сюда, блядь. Опа!
смысле? В смысле, что ты делаешь, блядь, ты тупая, ёбаный рот нахуй. Это пиздец какой-то, ребята. Нажать треугольник, а вот ты подлетел, нажал треугольник, что произошло? Ульта, блядь, и босс отрегенил пол хп, блядь, заебись. От души за душу, блядь, управление, ебись в рот, нахуй. Кодзима, блядь, гений. Все по новой. Блять. Вот как? Как мне его гандошить, если удары, блять, просто, блять, он шевелится, я просто, блять, улетаю, хуй пойми куда. Ну вот чё, блять. Вау, вот это геймплей, блядь. Он же не знает, блядь, дойдем ли до конца эту игру, блядь. Ну чё, блядь, тебе нужно, знаете, что сделать? Как-то вот эту штуку, блядь, блядь. Вот, мы отрегинили эту шнягу теперь, блядь. Снова, блядь, заебись. Охуенно. Охуенно. Так, я тебя не понимаю, где тут, блядь, куда. Не-не-не, стоп. Так, мы летим вот сюда. Берем вот эту. Блядь! А, взял. Пытаемся еще раз делать. Я не знаю, блядь. Сначала игра начала мне нравиться, но вот сейчас вот, блядь, битвы с боссами так круто, летишь, пиздец, блядь. Ну чего, блядь? Вот. А, вы видели? Он просто, блядь, не то, что он двинулся, он просто исчез, блядь. И самое бесячее, типа, окей, я промахнулся ударом с ноги, блядь. Окей, хуй с ним, блядь. Ты нахуй? Типа, нахуя ты делаешь такую шнягу, блядь? Чтобы это, блядь. Так, ждем каста. Дождались, блядь. И она просто с этим ударом ебучей ноги дальше. Блядь! Наконец-то, ебал, блядь. Так, сейчас тут еще не обосраться, главное, ребята. Что, блядь, на шею, пойдем к нему. Да ладно, тебе не обосраться дубль 2, блядь. Сейчас посмотрим, куда. Надо же, сейчас треугольник сработал. Охуеть просто, блядь. Как это так интересно работает? Блядь, громко. Шляпа. Получил пизделей, как взял. Что произошло? Это что еще за хуеплет из ордена какого-то? Ох ты как. Неудачный подкат. Борода чешется, не могу. Фиаско, он же. Что за имя такое тупое, он же? Хотя что-то на японское значит. Оу, вот это. Вот это неожиданно сейчас было. Стоп.
Закашлялся, аж топовая фигурка. Воу, еще хлеще картиночки. Что же в конце игры будет, мне интересно. И все. Че за ачивка-то? Завершить эпизод 9. Получается, можно сказать, пол игры прошли. Так, че, и все? Третью пройти. Я разве не три части города уже замутил? Нет? Две? Ну-ка давай на землю. Так, и чё? Давайте карту посмотрим. Так, я в этой бичарне. А, мне к паровозику, не знаю, могу? Костюм. Ну блин, школьная форма такая сегодня. Мне вот это, кажется, вот это крутая будет. И, возможно, вот это. Это, блин, какая-то женщина-кошка. Перенеслись. Чё-то я... Не вдупляю, подождите, это типа... А, утеха. Вот эту часть мы присоединили. Эндестрия. Торгац. Вот мы три части уже присоединили. Что за четвертую получается надо присоединять? Нет разве? Бредятина. Какая-то получилась. Так, а что у нас по прокачке? Ладно, потом. Тут полетел. Оу, сорян. Ой! Блять. Надо было уебаться во что-то там такое. Армаз, я уже, мне кажется, немножко управление так подпознал. В утеху нам нужно получается, или чё? Чё-то не понял прикола. Точно сюда? Она сказала присоединить третью часть города. Ладно. Пока я не порассуждаю. Но я уже присоединил, получается, три части. Три части города. И в утехе мы уже были. Типа, нахуя там возвращаюсь, тоже непонятно. Ой, там что-то музыка ебаная сейчас будет. Кстати, интересный расклад получается. Район утеха. Здесь казино, проститутки и школьники. Честно, хуйня то, блядь. Учебная академия типа Хогвартса, заебись. Я ж не перепутал вроде. Нет, не должен был. И чё? Так, а стоп. Так. Перемещение, нам типа сюда дальше нужно. 58, а. Что это, давайте перейти, поймал. А, типа дальше ехать придется. Стоп, 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 стоп. Блять. Такое ощущение, что меня наебывают. Так мы обратно поехали, нет? Блять. Подождите. Тогда я не понимаю. Карта. Масштаб. Масштаб. А, квест у нас в Эндестрии, ёб твою мать. Я переместиться сюда не могу, да? Я ж там убегу, блядь. Или не был.
Ворвался дальше не летает. Сейчас уебусь. Так и думал, блядь. Что-то вот это невдупливо, конечно, блядь, тема. Здесь мы же были, здесь на этом мы катались. Ой, как это называется-то, блядь, ара, такси, короче. Бля, вот ненавижу. Блин, мне это в принципе похер, но вот именно в этой игре я ненавижу тему, когда нужно попасть не просто куда-то. А вот межэтажье, блядь, такое. Междуножье, блядь. А, не, все нормально. Бум, оп. Серьезно? К заданию, конечно, приступаем. Оцени дочку. Да. Неви Делика уничтожили званых Неви. Чё? Любопытство кошку сгубило. Ну заебись. Сейчас если наш КТ превратится в этот... Бля. Бастей. Что это было? Мяу. Блин, знаете, чем игра начинает расстраивать? То, что помимо сисик-писик, которые типа такой как мультяшно показаны, блять, начинается такая пиздоболия, что у тебя это... Да, у вас еще один есть. Короче, помимо всей этой хуйни, у тебя просто, блять, игра превращается вот в шнягу, блять, типа... Иди принеси город, убей Неви, пройди, блять, то, что тебе местный божок навязал, шляпу, блять. Сначала там что было, не помню уже, блин. Какая хуйня, потом ад. Теперь, блядь, я не знаю, космические болота, блядь, грибы какие-то. Ну типа. Заебывает. Честно. Сказать, заебывает. Блять, это что, хуйня, блядь, с камерой. Ай. Вообще не понимаю. Вот, я понимаю. Это подводный, блядь. Это плавун голожопа. Ну-ка, блядь, Гумби, блядь. Мэви, блядь, убита. Один из пяти, аж блядь, дохуя я побил. А, остался один. Все, понял, блядь. Гумби не так. Ну, Гумби какая-то до фиолетового стала. Вот это немножко... Ой, а что такое? Да, не дает. Не дает полететь. Оу. Ладно, пусть он не пойду. Ну давайте в эти грибочки осмотрим, как это что-то. Так, что такое-то? Типа у КТ сил нету, блядь, нормальных и вообще. За хуйня и так-то, блядь, тяжко было, ты вообще бандитин, блядь.
Короче, ранее долететь получается, то есть нам, чтобы добраться, нужно вот так вот полететь. Блять. Это даже получается немножко разъёмывается. На чем прокатиться-то можно? На кошке? Короче, ребята, придется пешочком идти. Ну что ж поделаешь. Пойдемте. Да ебись ты в рот. Нет, надо на гриб попасть, но нет, блядь, так. Блин, это сложный будет квест. Так, окей. Так, наш гриб куда-то нас сводит в другую сторону, и я туда не пойду. Мы пойдем сюда. Нахуй. Нахуй грибы, нахуй китов. Пойдемте разъебывать. О-о-о, сейчас тебе поджопник это надаю, блядь. Нет, не идет. Нет. Секунду. Да, кстати. Называется геройский подбородок. Сука, ну все, держи, бля, под жопу, блядь. Хуёк, это супер сил там нету, да? Так. Бля. Это реально очень сложный квест, бля, получается. Нихуя себе. Так умеешь. Осталось два. Так, чё? Рано я погорячил только что, да? Блядь. Да смысл победите, блядь, я бы сейчас нахуй не сдохну. Блядь. Это все, ребят, фейл. И так-то нихуя непонятно, блядь, что происходит. Так, куда там, блядь, да ебись ты в рот, блядь, а? Куда мы нахуй выпали-то вообще, я не понимаю, блядь. Хочет, ориентируемся на этот гриб и на краешек. Камера-то еще, блядь, отставная какая-то. Блядь, это шляпа. Так, надо где ориентируемся. Тормози нам по пизда, блядь. Так. Где мы, блядь? Заебись, мне это шляпы оказались. Так, ребят. Творческий перекур. На раздумье, блядь. Я не понимаю, что нужно сделать теперь, блядь. Сил у нас нихуя нету. Долететь мы никак не можем, блядь. Вот такой шикарный дождь пошел, прям красота. Это получается довольно-таки интересная ситуация. Так-ка, сейчас подумаем, курнем пока, блядь.
Иди нахуй. Так, это не лагало, по крайней мере, у меня. Это... недоработка либо ОБСки. Либо не знаю чего. У меня на компе лагает, на стриме все четко, я не знаю, как это назвать. Ладно, погнали. Я, блядь, даже не представляю, что делать. Придется вниз пиздавать, найти яйца, он на теории летающий, что ли, ничего. В теории, ну-ка. Ага, блядь. Есть чем можно сделать, нифига, да? Ну, полетели. Блин, от херово это получается, либо сначала вращаться придется. И что дальше? И ни за что, если я упаду. Ну вот чё я могу сделать в этой ситуации? Падаем нахуй. О! Блять, нет, не очень уж. О! Все по новой, да? Я такой, чем начал игра заебывать, тебя надрачивают на какую-то вот эту... Не знаю, не то, что даже крафтинг какой-то, вы знаете, есть там что-то. Качайся, качайся, брат, бери оружие, пушки, блядь, сюда, сюда. Успел? Успел. А тут я именно прям, блядь, какие-то тупые квесты, блядь. По сути, нахуй не получается, только антураж разный. Но сейчас у нас способности сама, все. Не уверен, что до верха долечу, поэтому мы на грибочек сядем. Так. Опа. Отлично. И надо стараться с Неви разобраться более аккуратно. Короче, вот он сейчас стоял в той стороне, где я улетел случайно в сторонку. Мы сейчас, чувак, тебя будем по-другому хуячить. Вот так вот ее надаем, блядь. Все, убил его. Блин, я даже до кристалла не долетел. О, ты последний остался, чувак, ну ты пиздец. Ой, ладно, я тебя ногами запинаю. Ладно, дальше хуже. Так, стоп, цветочек показывайте его сюда. Не такой галеный цветочек. Так. Собираем кристальчики. Блять, срочно, быстро обратно. Фу, это сейчас был бы такой фейл. У меня на то расчеты сделан, чтобы я проебывался. Короче, кристаллы надо собирать на халяву, пока стоим, пьем пиво. Так, а что-то вопрос. А, все, цветочек показывает сюда. А, мы дошли почти. О, блядь. Ёп! Пиздар, да какой нахуй? Все, купали да купали, блядь. Зато кристальчик это собирал. Ай, дымка, дымка, иди нахуй. В
Да? Где так есть? Окей, наверное, один. Так, сейчас надо действовать крайне аккуратно. Блять, Нэви. Сколько их? Три всего, да? Оо, это что за, блять? Квадроцапли, нахуй. Кстати, я там сейчас точно что-нибудь ебем крутое. Ну-ка. Куда тебя бить? Оу. Чувак, а куда? Блять. Раскину, да? Ебал туда в пропасть. Ёбак. Сейчас тому не въебаться. Уебался. И все по новой, да? Блять. Или нет? А, не, на, нормас, нормас, все, живем. Да ебать, колотит. Ну невозможно так сражаться, но в смысле победите, блядь, как? Блядь, кто ж такой громкий звучит-то? Дымка, прости, это не легко, но, блядь, да, дымка, иди нахуй, дымка, блядь, некуда всякого говна жрать, блядь. Ультанул. И умер. Ну, не умер. Разъебался, я улетел, а недалеко я улетел, кстати, нормально. Да? Включить мышку на видео, отмите. Остался, ребят, не знаю, на фоне слышно, как у меня дождь уедет. Опа. Да ты чё, прикалываешься? Меня знаете, что больше всего напрягает? То, что куча-куча всякого говна раскидана, типа кристаллы, энергия, которыми ты, в принципе, воспользоваться не можешь. И возникает такое ощущение, что мы сейчас восстановим силы нашей кошки и придется еще один путь проходить жесткий. Ну, не знаю, конечно, факт. Но возможно. Так. Грибочек. Ну здорово. Нет! 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 Далеки, далеки, далеки! Ай, блядь, долетело же, ну еб твою мать, а? На какой свет идти, блядь, нахуй? На белый, блядь, самоцветом, блядь, пизду. Вон туда куда-то можно слетать еще, нахуй. Вот и бабы, короче, два состояния, либо недолет, либо перелет, блядь, да? Так. Да, мощный дождь, аж сигналка заорала, нихуя себе. Так, меня это уже хуйня бесит. Давайте еще разочек. Летим, Тим, тормоз. Все отлично. Включи виртуально, а, на этом нельзя. Блядь, я в рот ебал, хоть все. Разъебались.
Блин, никогда бы не подумал, что на такой простой хуйне я заторможу, блин. Сраные грибы, блин. Я что-то, блядь, я летел, а подожди, я в другом грибе оказался, у тебя... Нет. Я нахуй не понимаю. Так, все, прогресс, ребята. Прогресс у нас. Блять, был только. А, не, нормально, нормально, все нормально. Живем пока. Собираем кристаллы. Так, главное ниоткуда не упасть. Какого мини, блядь. Мне тоже интересно, какого мини ты получишь, блядь. Так, проверяем. Вот так рейдного, скорее всего. У кого кто? Маленькая черная дыра, это про ее очко интересно. Ох, нихуя себе. Ну, не такая уж маленькая. Удерживаете L. Вниз. О, да мощный скилл. Сейчас юзанем. Да нахуй, идите сразу сюда. Блять, еле-еле прилетело. Воу, пим! Ну? Чё он сказал, что нихуя не всех? Ноги отучила чёрная дыра, блять. Начнём с этого. 5 из 8. Ну, может это неплохо, я не знаю. Мне бы лучше вот вместо вот этого удара, блядь, ладить. Блядь, какой-нибудь дальнобойный скилл, на самом деле. Если быть честным. Блядь. Ну, блин, на драку. Так. Нави побежит. Нет. Реклама дальше. Ай, ясно, понятно. Че оно такое было написано-то? Блять, я долечу до сюда хотя бы, интересно, нет? О, долетел. Не убавишься, что ты там, да? Что там башки пользуются? Дымка заебала, блять, босс. И что нам с этим делать теперь? Заебись. Блин, я даже никакого представления, я не понимаю, типа, нужно всех этих пиздюков разъебать сверху. А как до них добраться, блин? Ну что ж, пойдемте, тестить. Пэм! Пэм! Я лифт видел, вот он. Стой, чувак. Стой. Нахуя ты без меня? Уехал. Да уж, да.
но это похоже, что будет самый халявный босс в моей жизни. Или нет. Или да, блядь. Сука. Нееет. Ай. Что ты начал? Придется вернуться в далекую тварь какую, блядь. Ну, давайте как минимум протестим, блядь. Ёптать. Честно вам скажу, я такого не ожидал прикола. То, что так далеко могу улететь. Ладно, тестим, чё. Нам нужно, походу, две розовые шняги сломать, чтобы кошка жила. Ну, как это было? Да ёбаный ты гриб. Да блять, как так-то, блять? Ай, пиздец какой-то, а? То у тебя нахуй недолёт, то у тебя какой-то ебучий перелёт. Я не понимаю, как это работает. Меня реально даже игра выбешивает, короче. Только что я прилетел тут, блядь, падай. Ребят, я не знаю, что делать. Давайте еще так. Ну, пойдем непростым путем, блядь. Тебе перелет, да? Отлично, прыгай. Нахуй, убейся. Я тебе это вижу, блядь. Опа. Да блять. Я не понимаю. Я серьезно не понимаю, как это работает. То ей хватает скилла, то ей, блять, нахуй его не хватает. Пизду какой-то, блядь, получается, ну. О, ну хотя бы так. Тихо, блять. О, получилось что-то, заебись. И чё? Так, стоп. Чё мы с этого гриба можем сделать теперь? Так, вот лифт. Нет? Блять, какой же сейчас будет жесткий перелет. Нахуй, блять, я не могу на это смотреть уже. Пиздец, ребята. Ай, блядь. Так, допустим, лифт, да? Почему нужно стараться по-другому немножко действовать, так? Я вообще не понимаю. О! Здорово, блядь. Игрила, блядь. Похаркайся вот еще, блядь, а? Жмых, блядь. Ну-ка открывайся, блядь. А, я сломал типа его? Блядь. Я реально не понимаю, как это работает, блядь. То есть, то она перелетает, овер дохуя, то она, блядь, вообще никак не долетает. В смысле, блядь? Ну, допустим, давайте еще раз. Погнали, блядь. Куда лифта ждал, блядь, до этого, блядь, так, допустим. Ребята, жопа. Ну, допустим, давайте сразу, блядь, чё я мост перейду, пойдемте сразу попробуем сюда, допустим, блядь, так. Ну, кстати, реально долететь, на самом деле. Только что надо поближе подойти, издалека пробовал, допустим.
Или нет? Блин, меня это бесит. Короче, мы сейчас не ебучие грибы проходим, блядь. Я надеюсь, что проходим. Идем курить, потому что я заебался, блядь. Как будто такое ощущение, блядь, ощущение было, что я перелетел этот гриб, вот, вон туда нахуй. Там по факту и еле долетел до него. Я не понимаю немножко эту систему, конечно. Серьезно? Нахуй убийца, убийца, блядь. Ребята, давайте еще два трая делаем и перекус. А, она тупо не долетает, да? Я понял, убивайся. Да, придется одолеть им тварь. Вернуться одолеть. Вот, давай попробуем еще раз. Блять! Я не понимаю. Я не понимаю этот хуетень. Убейся. Интересно, есть ачивка за суицид? Вот гриб. А, тут два гриба. Допустим. Нахуй. На максимум сжимаю кучу ускорения. Я даже не помню, где. Так, я полетел с этого гриба. Не перелетел. Ой. Да нахуй. Просто отключись и убейся, блядь. Все, блядь, съебало на меня уже. Я реально не могу. Это жопа. Так. Пробуем разгон. Чуть повыше и на максимум. Перелет. Блять, я не понимаю. Я тогда не понимаю, как вообще работает эта система. Что ты, блять, долетаешь? Что ты нахуй не долетаешь? Что ты, блять, перелетаешь? Как это все, блять? Еще раз. Жмем не до конца, отпускаем. Оп-оп-оп-оп. Так, все. На полшушки мы сделали, короче, и это типа получилось, что-то, да? Так, эта хуета сюда летит. На, ёпта. Долечу? Блять, в смысле? В пизду, ребята, перекур. АФК 5 минут.
Че, народ, я вернулся, давайте еще раз строить эту хрень. Я не знаю, что делать. Игра... Какого она года, я забыл уже. Хоть игре до хрена лет. А чем старее игра, тем она сложнее. Это как бы классика жанра, блядь. Это может как бы моментами выбешивает, типа не надо, ты знаешь, что это как God of War там. Треугольник, треугольник, квадрат, нажал, нажал, босса убил. Но тем не менее, блядь, мозги-то подвыёбывает эта старая схема. Ай, короче, просто убейся. В общем, что мы поняли? Ну, долететь сюда. Жилик. На наполовину до конца, опа. Вперед. Убиваем, убиваемся. Это ладно. Один гриб мы сейчас отсилим, потом уже второй гриб отсилить, после этого гриба убить пару гомункулов. И только после этого, только после этого. Не до конца, так. Так, есть. Один гриб есть, и все. Крица рука отрочная. Ох ты, блядь, нас еще шмаляют. Вот со старым грибом я не знаю, как она происходит. Оп, блядь. Нормально происходит, так. Мы, конечно, перелетели, но нормально. Вот что я и говорю, то чтобы... А хотя, что это круто? Смотрите. Воу! И, короче, я просто проебал скилл, да? Я проебал скилл, отлично. Хотя нет, пока еще. Пиздёный, сколько, блядь? Какой-то крепкий парень, да? А, вымер, вымер, все, отлично. Так, не-не-не, гравитацию вращаем. Блядь. Нужно было камушки вызывать. Камушками, мне кажется, я больше бы разъебал народу. Ну ладно, что делать-то? Пока что можно сделать так, по крайней мере. Тихо, тихо, тихо. Блять, какие комбо опасные. Да жопа. Так, у нас остается раз-два. Раз-два. Ну это же побольше, чем раз-два, блин. Где это хуйня? О, как высоко-то. Это что за шняга? А, эта шняга пока не заработает, пока я остальных на гомункулах не убью, да? Сука, твою мать, блядь, он еще летает во все стороны. Почему, блядь? Хуёво. Че, ребята, а подожди, разве это не убивал? Или они регенятся потом? Или как? Да, блядь, сил не хватило. Ладно, мы еще раз залезем, ничего страшного. Нет, я думаю. Прям борщину. Я не понимаю реально, как сила работает. То есть она то, блядь, слабо, то слишком сильно. Допустим. Осталась еще какая-то одна хуйня. Я не добил. А, вот теперь та самая шняга, понятно. Причем что-то дохуя их там. Блять, серьезно?
Блять. Ты, сука. Не хватило тебе. Твою мать, твою мать, твою мать. Есть контакт. Есть контакт. Есть контакт. Сейчас узнаем, что даже получится у нас кто-то уйти. Блин, он какой-то живучий. Блять. Блять, что я натворил? Я хуйню, ребята, сделал. И где оказался вообще? Так. Так. Опа! Не понял. Чё, не пойму. Ай, короче, вымри. Это пиздец, блин. Я не знаю, то ли в силу то, что я играю на DualSense. Игра получается дерьмовая. Либо в силу того, что... Оооо, у нас слитки закончились, заебись. Где-то они были, кстати. Вот вон там. В смысле? А хп, блядь. Ясно. Я говорю, столбы это самый главный враг вообще, по сути, в этой игре. Так. Блин, что-то громко-то. Убавь звука, пожалуйста. Очень громко. Ну потом хотя бы прибавь, там, блядь, на музыке это пиздец какой-то, блин. Фейл, блядь, я не понимаю, нахуй. Вау. Вау, блядь, заебись. Я знаю, что камера есть говно, блядь, это раз, блядь, так, окей. И второе, то, что мне нужна хилка. Пока у меня нет хилки, я нахуй, блядь, буду сейчас хилиться, сэр. Заебись! Ты есть откуда? Нихуя себе! Ну, хотя бы так. Только не понял, откуда они все взяли здесь разом. Бля, у меня хп вообще не осталось, по сути. Считайте, я все проебал, где-то такое. Мимо кассы, бля, хилка на это лежит. Оу. Ладно, просто суициднись, разберемся дальше. Ой, блядь. Пиздец, конечно. Суициднись. Я тупо не понимаю, как это сделать, блядь. А эти, блядь, еще и плодятся, нахуй, заебись просто, охуенно, спасибо, блядь, мое почтение, блядь, вот и прижаться, блядь.
Блять. Выживали в этой серии, ребята, мы узнаем, блять, сейчас. Оп, оп. Опа. Блять, ты куда ультанула там? Ёбаная ты пиздюка, а? Блять. Это пиздец. Это пиздец. Это такой лютейший пиздец. Это что я вам, блядь, даже писать нахуй не могу, ребята. Так, допустим. Ну чё? И типа так вот, блядь, у нас 30 попыток надо будет сделать, ничего, блядь, не понимаю. Пизди, блядь, ты не убейся, блядь, серьезно. Сейчас это все болит, блядь, пизду. Сраная жизнь, блядь. Да убейся, блядь, даже убийца не может нормально. Я хуй знаю. Никуда мы нахуй не долетели. Отлично. Так и планировалось вообще просто все проебать, короче, блин. Так, нихуёво. Ну хотя бы на одном грибочке, ну так. Да ебись ты конем. Да ёп! Ну чё, я сдох, всё, блин, мне осталась тычка, блин, которую я сейчас только получил. Игра окончена, конечно, блин. Не, ребят, всё, мы эту хуйню хоть заканчиваем с вами. Не хочу, блядь, больше сегодня играть. Это слишком дрочно, блядь, и... не сегодня. Всем пока.